Плевать именно, ну потому что топится, ну, в любом случае одинаково, да. Воск. Попытаемся сейчас сравнить две формы. Одну на 50 мисочек, вторую на 7 мисочек. Растопим воск. Профессионально просто было. Сравнение двух форм. Одну на 50 мисочек, одна на 7 мисочек. Воск у нас готов. Готовим форму. Включай секундомер. Мы по времени засечем, сколько это занимает времени. Так, поехали. Сюда мы можем заливать воск, в принципе. Сразу, да, после, сразу только растопили, можно заливать. Дальше разравниваем, чтобы он быстрее. Можно хорошо даже так вот так его смести. Для ускорения процесса будем его сейчас опускать в холодную воду. Время. Так, сейчас. Ну, залили ровно за одну минуту, ну плюс время, так, которое теперь мы топили. Мы топили его полторы минуты. Давай, теперь зальем сюда, наверное, до воска, или там не хватит у нас воска для вот этой формы. Сейчас надо, чтобы он чуть застыл. Да, давай, пока там процесс, я тут сейчас... Еще жидкий. Жидкий, надо сейчас подождать. Прям огонек вообще. Так, сюда залили. Ну тут давай сразу покажем, что если сразу опускать, оно не будет налипать. Тут надо четко понимать температуру. То есть я опускаю, оно там сильно-сильно тонкое и тонкое получается. Пленочка. Пленочка, а капли остаются. То есть если выключить тут... амплитуду, тут надо вот дождаться какого-то момента, когда воск уже чуть-чуть начинает подстывать. Скорее всего, до 70 градусов должен он остыть, чтобы он брался правильной пленкой. Он до сих пор не берется. Я сейчас, чтоб эксперимент не этот, я этот сниму, очищу. И вот сейчас примерно как раз можно уже будет пробовать. Когда он такой становится, чуть-чуть густоватым. Либо надо, чтобы была какая-то ванна с подогревом и держала температуру 60-65 градусов. Ну да, да. Опускаю. Вот сейчас уже, сейчас будет. Если сейчас за второй, вторая попытка уже сейчас будет делаться. Чуть-чуть рановато, но уже сейчас. Но в любом случае два раза надо опускать, за раз оно не берется. Вот сейчас вот можно, сейчас уже можно будет снимать. Ну, они как бы... Но у нас недостаточно, может, глубокие получились, потому что у нас там воска мало. Но смысл тот же, то все равно. Ну да. Ну а надо, может, водичку опустишь или нет? Да. Чтобы оно легче отлипло. Ну вот, остывает оно, конечно, быстрее. Потому что... И вот тут снимается, и получается вот такие вот. Просто в чем тут разница? Я знаю, что будет сейчас там. Тут они, ну, не совсем ровные. Не знаю, сколько это важно.
Ну, по сути, так, вот в принципе, для этой формы просто надо набить руку, надо по на... сути. Да, тут по-любому надо набить руку. Ну, тут надо понимать глубину, вот, ну, там, если это важно, я не знаю, но надо понимать глубину, там. Да, важно. Но в любом случае, ну, идеальными они не будут. Вот эти капельки, мне кажется, все равно остаются. Ну, я, ну, может, это просто вообще не принципиально. Не, если, я думаю, поддерживать температуру Давай. и держать его при нужной температуре, то, скорее всего, он будет, не будет капельки, он не А, будет такой кстати, жидкий. да, согласен. Он будет сразу нормально налипать Согласен. на И форму. сейчас давай на вот этой. Ну, тут у нас 50 штук, да? Да. Время сколько? Ну, их можно было и раньше вытаскивать. 6 6 минут минут. прошло, и там 6 минут с момента, когда мы только растопили. Тень делаешь. Поменяемся. Ну и тут вообще, тут очень быстро и легко, хоп, и идеальненькие получаются. Ну тут уметь ничего не надо делать, тут просто бери и доставай. Ну, они просто плоские у них получаются попки. Там где-то Тут единственное, что, да, вот единственное, что вот можно не долить. Но заново надо, получается, эту плату. Но основное количество. Ну, основное, это есть, тут будет недолитых, но буквально пару штук. Плоско получается у него донышко. И в идеале, вот я сейчас просто спешу, а в идеале вот это все, ну, если вот поснимать, чтобы оно не цеплялось за эти. Вот. Хоп. Ну тут у меня точно не надо. Вот тут эти вот, допустим, будут. Если я сейчас вот эти не обломаю, вот эти будут чуть-чуть кривоватые. Это только из-за того, что я там не обломал. Что их надо Ну, надо почищать. было просто воск полностью убрать. Да. Легче бы тогда было выламывалось. Ну. Не поливались несколько.